Соколиная охота епископа. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле. Брюль – небольшой город, расположенный в лесах западной части Германии, вблизи Кёльна. Клеменс Август, ставший в 1723 году архиепископом Кёльна, пуще всего на свете любил соколиную охоту. Рядом со своим охотничьим домиком он построил себе загородную резиденцию. Фалькенлуст знаменит своей великолепной лестницей. На изразцах изображены сцены соколиной охоты. Архиепископ также построил в саду небольшую часовню и уделял свое время не только охотничьим развлечениям в окрестных лесах, но и Богу. Эти стены украшены декоративным мотивом в виде раковины. Это оригинальный стиль рококо. Слово «рококо» происходит от французского «рокай», означающего «украшение из раковин». Так стали именовать стилевое направление, использующее в орнаменте мотив раковины. Для стиля рококо, который постепенно утвердился в искусстве, характерен цвет и дух интимности в декоре. Французское рококо получило распространение в Германии. Главный замок находится примерно в 2 километрах от Фалькенлуста. На его строительство ушло 40 лет. Это первый образец архитектурного стиля рококо в Германии. Его лестницу спроектировал архитектор Бальтазар фон Нейман. Он использовал инженерные приемы, позволившие уменьшить число колонн и стен, необходимых для того, чтобы нести на себе куполообразный потолок. Это конструктивное решение привлекло к себе большое внимание со стороны архитекторов того времени. Мастерам, работавшим над строительством замка, архиепископ предоставил полную свободу творить по их собственному усмотрению. Так родился новый стиль немецкой рококо.